В результате недавних выборов депутатами городского собрания стали 46 единороссов, причем 40 из них были выдвинуты местным советом, а 6 изначально баллотировались как самовыдвиженцы, а затем выразили желание вступить в Единую Россию. Руководителем фракции партии в городском собрании избран Виктор Филонов. Как отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, перед новым составом сочинского парламента немало серьезных задач. Предыдущий парламент, он был олимпийский, и очень много принималось решений для того, чтобы провести Олимпиаду. Сегодня для нашего парламента, нового избранного, задача – это дойти до каждого человека и решить его проблемы. Прежде всего, это переселение из ветхого аварийного фонда. Это задача задач. Это водообеспечение наших сел. Это ремонт дорог, улиц и так далее. То есть есть чем заниматься. На собрании также решили рекомендовать Виктора Филонова в качестве кандидата на пост председателя городского собрания. Голосование депутаты проведут на ближайшей сессии.